От Перми до Астрахани по маршруту большой рыбы реки Чусовой. В Самару приплыли необычные путешественники и потомственные шаманы, чтобы рассказать о древних легендах и самим пройти легендарный путь. Наша съемочная группа вникала в сакральный смысл всего происходящего и на один день присоединилась к экспедиции. Шаманские обряды, древние обычаи с национальным колоритом. Эксцентричные путешественники на один день задержались на Самарском берегу. Исполнить желание горожан, поднять настроение и немного рассказать о себе и малых народах. Мы задабриваем духов воды для того, чтобы не было жертв каких-то, не было крушений, там, ну, катаклизмов каких-то, понимаете? Вот, и поэтому. Ну и еще есть такая миссия, что я могу превратиться в рыбку и поплыть по воде, по любой, вот. Не только поплыть. Моя миссия, наверное, чистить даже вот океаны. А это как раз прообраз. Большая рыба с реки Чусовой тоже путешествует по большим рекам в большой компании. По преданию, именно она может исполнить заветное желание любого человека. Хитрости тут не нужно, только написать свою мечту на бумаге, положить в кармашек и обижать вокруг речное чудо 3 раза. Обязательно по часовой стрелке. Ура! Мое желание исполнится! Спасибо, рыба! Спасибо вам, большая рыба! Тут же и древние сказания. Легенда о Кудымаше – это коми-пермяцкий эпос, русские и украинские народные песни и современный рок. И молодежь, и люди в возрасте объединяет одно – дружба народов. Уставшие, замерзшие, но довольные поплывут к другому берегу, в Астрахань. А потом вернутся обратно в родной край – Пермь. Виталий Портнов, Олег Айдаров, Новости губернии.